В нашем хозяйстве 10 тысяч гектар земли. Все обрабатываются по no-till технологии, без обработки почвы. Урожайность пшеницы у нас в районе 25-24 центнеров. Комбайны класс хорошо с ними справляются. Раньше в нашем хозяйстве были комбайны фирмы «Россельмаш», это «Акросы» 535 и 580. Ну, они в последнее время маленько подустарели, решили обновить парк техники, купили в том году 3 комбайна класс. Посмотрели, как они работают, нам понравилось. То, что они более производительны по сравнению с «Акросами», более чисто обмолачивают зерно без потерь, и качество уборки из-за этого улучшается. Комбайн, конечно, хороший, комфортный, приятно работать. Я в сутки намолачиваю гектар 120. Кабина просто супер. Комфортная, сидишь, наслаждаешься, тишина спокойная, музыку слушаешь. На другой комбайн никакой не хотел бы сидеть. Приятно на этом работать, только именно классно.